Надежду Федоровну все чаще можно увидеть во дворе с метлой в руках. Взяться за благое дело и поддерживать чистоту возле собственного дома женщину вынудила не совесть, а обстоятельства. Пенсионерка задолжала за коммунальные услуги больше 100 тысяч рублей. Хотела было попросить рассрочку платежа, но управляющая компания распорядилась по-другому, заставила отрабатывать долги. Теперь половина дохода будет уходить в счет задолженности. Но учитывая копеечные зарплаты дворников, нетрудно представить, сколько ей придется пахать, чтобы полностью погасить счета. Условия договора предусматривают, есть такой пункт, что как бы он заключен с ней на год, но она может его как бы расторгнуть в любое время, если как бы найдет средства дополнительные для погашения задолженности. Есть мнение, что долги копятся не от хорошей жизни. В этом случае сложно сказать, почему коммунальные услуги не оплачивают жители элитного района Новокузнецка. В этих домах судебные приставы насчитали пару-тройку неплательщиков и сегодня наведались к ним в гости с целью арестовать имущество. Однако никого не оказалось дома. Пришлось ограничиться повесткой с требованием лично явиться к приставам. И пока этого не произойдет, подобные визиты не прекратятся. Если должник упорно отказывается платить задолженности, и если должник находится дома, и судебный пристав его заставит дома, то, соответственно, будут применяться принудительные меры, такие как арест имущества, погашающие сумму задолженности. Это арест бытовой техники и так далее. А меж тем, несмотря на все принятые меры, количество должников в городе не уменьшается. Только в одном отделе судебных приставов по центральному району сейчас находится более 2500 дел по взысканию имущества на сумму порядка 30 миллионов рублей. Суммы долгов разные. У кого-то это пара тысяч рублей, у других больше 100. И до конца так и непонятно, какие меры могут заставить нарушителей раз и навсегда расквитаться с долгами. Анастасия Прокудина, Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города.